Где уж точно всегда знают, кто будет символом наступающего года, так это на стеклозаводе «Неман» в Березовке. Задолго до Нового года художники предприятия определяются с эскизами сувениров. На этот раз представлен в разных вариациях бычок, ведь именно он символ 2021 года. Вручную еще в августе бычков начал делать отделщик выдувных стеклоизделий Юрий Лейтер. Размер символов Нового года разный – от 12 до 30 сантиметров. Есть из бесцветного стекла и из цветного. За смену у него получается выдувать до 40 штук. Как это удается, становится понятно, когда узнаешь, что Юрий Лейтер работает на стеклозаводе почти 20 лет. Наступает Новый год быка, и в данный момент мы готовим изделия вот такие. Стараемся делать их больше, чтобы хватило каждому покупателю. Производим их как новые, так и уже и старые изделия. Этот разработан давно, лет 10 назад. И до сих пор пользуется спросом и популярностью. В каждое изделие вкладывается душа человека. Мы стараемся, чтобы радовали в этом году вас. Каждому достался наш бычок. Кроме сувенирной продукции ручной работы, в новогодней линейке Березовского стеклозавода представлены и изделия, изготовленные методом подпрессовки. Их объемы в разы больше, поэтому и задействованы в изготовлении две бригады по три человека. За смену каждая выпускает порядка 300 единиц сувенирной продукции. Помимо бычков на стеклозаводе изготавливают и другие новогодние атрибуты. Есть елочки, шишечки, Деды Морозы, снегурочки и снеговики разных видов и конфигураций. В преддверии Рождества и Нового года мастерами нашего предприятия в широком ассортименте выпускается сувенирная продукция, которая в полном объеме представлена в наших фирменных магазинах, это в городе Лида, на Замковой 6 и в городе Березовка. И также мы поставляем всю продукцию, которая производится, во все фирменные магазины в Республике Беларусь и в оптово-розничную торговлю также в Республике Беларусь. Пользуясь моментом, я хотела бы пригласить всех гостей города Лиды, всех жителей за покупками в наш фирменный магазин. В преддверии Рождества и Нового года у нас действуют приятные бонусы для наших покупателей. Мы предоставляем скидку на интересный, красивый товар до 70%. Вы будете приятно удивлены подарком, и мы уверены, что ваши родные и близкие также будут очарованы подарком, который вы можете им преподнести от нашего завода. Сувенирная новогодняя продукция Березовского стеклозавода «Неман» поступила в фирменные магазины в Лиде и Березовке еще в октябре и уже немало реализована. Однако без сувенира от березовских мастеров никто не останется. Предприятие подготовилось к праздничной торговле, и изделий в виде бычков, Дедов Морозов, снегурочек, шишечек или елочек хватит всем. Впрочем, как и другой стеклянной и хрустальной продукции, которая всегда будет отличным подарком к Новому году.